Сегодня в Чебоксарах прошел День безопасности. На Красной площади спасатели продемонстрировали свою лучшую технику, показали, как тушить пожар, развернули полевую кухню, еще много интересного. Даже погода не помешала. Тушить огонь за 2 секунды – это входит в профессиональные обязанности каждого пожарного. Порошковый огнетушитель используют для ликвидации огня на открытом воздухе и для тушения электропроводки. Сегодня спасатели демонстрировали все, что умеют, а умеют они многое. АКП-50 – коленчатый подъемник. Именно благодаря ему удается спасать людей с высоких этажей при пожаре. Принцип его работы – как у крана. Пожарные поднимаются до нужной высоты и просто делают свою работу. Сергей Кириллов, главный специалист отдела пожаротушения, вместе с командой спас 30 человек при пожаре в общежитии по проспекту Мира в Чебоксарах. Его наградили медалью за отвагу на пожаре. Гордиться есть, конечно, чем. Это спасенные жизни, спасенное имущество. Это самое главное наше. Наша гордость. Но второе – это наш личный состав. Это чем уже я лично могу гордиться. 30 апреля огнеборцы отметят профессиональный праздник. 369 лет со дня образования пожарной охраны России. Но при этом в предстоящие майские праздники у спасателей будет самая настоящая боевая готовность. С сегодняшнего дня в Чувашии официально объявлен особый противопожарный режим. Несмотря на дождливую погоду, угроза возгорания сохраняется. Спасатели просят быть осторожными с огнем взрослых и детей и соблюдать правила безопасности дома и на природе.